Итак, друзья, новогодний стрим, но без Максима. Написал, не хочу такой. Так, ну что же, мы обещали, что... Во-первых, о, я кого-то продал. А, нет, это магазин. Итак, мы обещали, что будет новогодний стрим. Да, но когда... что-то припоздался чуть-чуть, он новогодний. Праздники еще у нас продолжаются. На старый Новый год. Так, донаты, да, все, нам могут кидать донаты, но нам их никто не кинет. Ну что, с чего начнем? У меня есть два пака, у меня есть два пака, которых я собрал просто из БЧ, там типа отдал золотых игроков, там тогда в том году именно в этих паках, короче, кефир, он их 40 там штук нафармил, выпал Бейл Информ 90. Начнем с них, два пака, есть еще два пака за 7500 или с драфта можно начать. Давай с этих, да, паков. С паков начнем. Итак, в этих можно, давай сразу их скипаем, короче, на леща играем, договорились? Угу. Два раунда. Здесь вот эти мы просто скипаем, потому что он со скипом поймал Бейла. Угу. Итак, поехали. А, давай, ну, может. Цу-е-фа. Цу-е-фа. Так. Поехали. Просто сейчас ничего здесь не будет. Я скипаю сразу. И, внимание. Ничего. Вы что, издеваетесь? Какие? Я их отправлю, потом еще на СБЧ пущу. Смотри, итак, сейчас Максим. Просто вообще. И скипай сразу, еще нажимай. Еще нажимай. Все. Итак, внимание. 75. Ну, естественно, он меня сейчас перебьет, да? 80. Ну, все. Давай. Пау. Ох, да ты куда? Ладно. Итак, теперь золотые премиум наборы. Я не знаю, что от них вообще ждать. Кстати, в этих паках... Надо FIFA Points открывать. Мы не сильно богаты. В этих наборах, кстати, можно было сейчас вот ночью в этих тоте ловить. За 5000 нельзя было. Так, вот здесь мы будем просто смотреть. Хотя бы щиты. Щитов нет. Рарный хотя бы игрок. ПП. ПП. Какого хрена мне говно какое-то падает? Сейчас еще будет там плюсики, если там еще монеты мне выпадут. 77. И ничего. Походу этот раунд я тоже провалил. Так, сейчас. Так. Нажимай. А за FIFA Points. Итак, смотрим. Ту-ду-ду-ду. Вот если у него сейчас, конечно, сейчас еще и... А у него даже не рарный. Ура, сейчас он больше твой. Да какого фига? Почему он не рарный? Еще и больше. Ладно. Так. Типа двойной такой. Ту-ту-ту-ду. Итак, сейчас, чтобы поинтереснее было нам собирать драфт, мы будем отворачиваться, когда другой будет кто-то открывать. И просто мы выбираем даже не по сыгранности, а тот из пяти игроков, который нам больше нравится. Понял, Максим? Да. Давай на твой факт. Так, давай нравится. Схему вот только мы с тобой вдвоем выберем. Так, ребята, все нормально. Матвей и Вова, привет. Так, ну что, мы, короче, собрали драфт. И давай сейчас... Наши коллеги, так сказать. Пришли. Да, коллеги, кстати, переходите и подписывайтесь. 6 человек. Переходите и подписывайтесь на канал Вован MX, который сейчас нас смотрит. Большой привет ему. Да, развивается. Да, хорошо отдохнуть ему сегодня. Да, подписывайтесь. Ему уже в первом ролике ДХ выпал, так что хорошее начало, значит, будет. Реклама. Непроплаченная. Вова, намек понял, да? Приват. Чё? Приват. Ребята, приват заказываем. Короче, заходим по ссылочке, там в описании под стримом есть. Донат. И кидаем, короче, 10 рублей. И Свят для вас приватный танец танцует. Ради десяточки такой. Сменить? Да, вот. Будешь пробовать или мне даже? Смена исполнителя. В смысле? Роналду пробивает, вдруг он забьет. А, он? Да, просто шару сейчас залит. Вот сейчас вот это вообще на стримчик. Он, мне кажется, не добьет. Ой-ой-ой! Что? Нифига, дай! Стоп! Я хочу это просто, блин, посмотреть. Когда первый штрафной за Роналду. Так, ну, нормально. Ну вот он, типа, такой разбегается. Мне кажется, типа, там даже вратарь не сыграл.
Фак, он из девятки достал. Что, блин? Блин, ребята, вот это точно надо нам сказать. Ну, смотри, система определения гола. Да был там! Нет, в смысле нет гола. Полный. Вы что, офигели? Вот это реально, ребят, ну он, смотрите, большой. Блин, вот это вообще нечестно. А, ребят, да, мы можем попозже сейчас. Сколько тебе лет? А тебе? Девушке неприлично задавать такие вопросы. Ну ладно, мы шутим. Сейчас я тебе состав покажу. Я не так, вот. Насчет Ваньки поговорим. Да, давайте насчет Ваньки, кстати, поговорим. Как вам клипец? Какой клипец? Просто же. Клипец, написано клип такой-то. Ладно, как вам вообще сам, типа, музон? Поговорим, как вам музычка? Тебе как? Мне понравилось. Ребят, пишите, кстати, в комментариях, как вам музыка. Hurt или My Hurt? My Hurt. Он, типа, это... Как переводит? Димон! Че, не знаешь? Знаю, сердце. Он, типа, это посвятил подписчикам своим. Ух ты! Блин, Роналду пасом! Да! Капец! Затыкал! Посмотри! Давай! Это капец! Ты смотри, чё, какой момент просто был. Смотри, смотри, хопа, там Погба. Ой, как красиво. Не, там, короче, Погба там нафинтюрил всех. Сейчас можешь посмотреть в повторе. Рикардо Милос, ты откуда вообще там, из какого города? Сколько... Откуда вылез? Чего добился? По понятиям такие. Если вы хотите стрим на финал Лиги Чемпионов, мы да, посидим. Раньше, скорее всего, не будет стрима. Да, потому что у нас, во-первых, ну, учеба идет. Так что на каникулах тоже как-то неохота, типа, на вот этих... Да, на весенних, поэтому заходите по ссылке в описании. Заходите в дурку. Знаешь, смотри, что сделали. Передай привет, Криштиану Роналду напишет. Да, привет Криштиану Роналду. Ой, он там написал. Ну-ка, смотри. Стой, дай я панелькой забью. Нет, мой тайм. Зашел, подожди, зашел сейчас на стрим Криштиану Роналду, и вот это специально для него. Ходи со стрима. Это мы типа про Баварию говорим. А? 11-1. Да. 11-1. Прямо как бы... Всё, давай. Голы 7. 10 ударов. Итак, ребята, сейчас мы... Вот, внимание. Я не знаю, там, наверное, не хватит даже на 7500 пак. Итак, во-первых, полторашку нам дали. Лучше бы пиво полторашки дали за победу. Ну и цвят бы так сказал. Блин, косарик не хватило. Выиграть 5 матчей. Есть, нам еще дали один набор из двух игроков. Вот этот я... Так, итак, у нас 4 пака. Итак, сейчас мы с Максимом скинемся. Кто больше забил, я или ты? Кто откроет пак за 15 тысяч? Давай я. Так, значит, я открываю вот этот, короче. Да. И потом мы оба откроем по 7500. И вот этот ты откроешь. Так, поехали. Тут ничего особого не будет, поэтому я скипну. Потому что сила скипа. Ебать, тут пиздец! Пиздец! Не матерись. Ты прикинь! Запикаем тебя. Не, понимаешь, типа... На стриме запикаем. Блин! Бануть! Подождешь. Сколько вот он стоит? Я его не продам, потому что мне его дали за награду, то, что мы выиграли 5 матчей. Продай. Банучи. Ты чё дешевый такой? Не, ну, вот это вообще, ну, 30, ну, короче, 30 тысяч монет. Короче, ребята, все. Сейчас мы заходим уже в Fortnite, там мы с вами уже и встретимся. Или лучше, чтобы их слышно было.
который, типа, там будут сейчас иностранцы какие-нибудь, если мы бы в отряды зашли бы. Если что бы, их было бы слышно. Ярик тебе написал, ты знаешь, что ты в Fortnite играешь, а не в Майнкрафт? Да смотри, какой механический домяра. Ау, так. А, у меня кирпичи кончились. Вот почему. Чё? Я так старался. Чё? Вообще, у меня кирпичей нет. У меня есть дерево. Сейчас будет металлическое. Все тут мути были. Мути металлическое. Ты что говоришь? Сейчас у меня второй этаж свалится. Ты что делаешь? Ты что? Смотри, как эпично ломается. Все. Вот тут, короче, вылетай. Лучше заранее вылетать. Так. На карту смотри. Я... А чё Ярик полетел? Ярик с тобой? Да. Вон он жёлтый, какой-то мочёный свет. А у всех такие парашюты? Нет, это я, потому что только эту бои отрядов выиграл, типа королевскую победу, и мне дали вот эту хренотень. Я сам охренел. Попади в круг. Нет, это не в круг надо, это надо с самолёта. Ай! Шёл нафиг! Ай! Сюда иди! Ой-ой-ой! Я не пойду. Он утонул. Да там он, там. Да я знаю, я боюсь. Алды тут! Ой, фак, Ярик, все, мне хана. Ползи. Он спрятался. Он спрятался. В воду ползи. Добейте Ярика. Да, доби... Куда вы Ярика пропустили? Ярик, ползи. Добивайте, вот они молодцы. Вот, давай, кирками еще его. Хороши. Ого! Нет! Эй, Виктор! Я полетел! Эй, Виктор! Я к вам буду отказаться. Я подучил вас его спасать. Я кого? Я вам это... Нашел? Да Ярика долетел! Я уже перелетел, Ярика! Правее, правее. Вон туда, вон этот придурок. В дом зашел. Ярик десант. Подмог. Я прикрою такой. Поддержка с воздухом прибыла. Ярик, выйди на улицу, глянь наверх. Шмальни в него. Он пугает. Я, короче, бегал один раз с ним, такая плотная карта была, я просто в него стал шмалять, он испугался. Так, кто это такой? Шарик еще нажми. Ярик, ты куда? Шмаляй. Все равно ты так в людей не постреляешь, поэтому лучше в Ярик. Ой, куда я? Опускайся, так, Шарик. Все равно ты высоко не поднимешь. Ярик, десант. Шмаляй. Ту-ту-ту-ту-ту, палим Ярика. Чтобы его люди нашли. А, вон они справа, Ярик. 150, там, короче, есть люди, они, короче, из зоны сейчас, типа, бегут. Они строятся прям. Вон! Вон, да, смоляй, ёпки! Ну! Это наш! Давай Ярика убей! Его подпрыгивай! Лети! Пусть Ярик сдохнет! Как? Спасай Ярика! Не, ну сейчас, типа, всё, и спасай Ярика! Нажми, присядь! Спасай его просто, удерживай. Построй! Он не умеет, его сейчас убьют. Поползи! Поползи! Построй! Иди! Ползём. Ярика первого убьют. Все, Ярика первого убьют. Всё, называем ролик. Нуб лучше профессионала. Кто летит? Ну, у меня жизни мало, пацан! Куда спрятался? Кто он орёт? Спасай! Крин, help me! Ты же знаешь английский, кричи, help me! Он сейчас кричит так. Help me, please! Ярик сдох! Крафт, Джеймс Бонд, help, please, God, please! Guy, please! Камон, блядь, пиздец, нахуй, блядь. Я ползу. И он тут пошел забирать.
сука! Он еще, он Ярика пошел запирать. Привет, придурок! Привет, люди! Ой, как много людей! Ой, там крокозябра летит! Ярик, тебе пизда! Я не хочу пьяный. Ты знаешь, такой это ход сделал, ну попросил. А сам убил. Вон, видишь? Все, пиздец. Все, давай, пока мы сейчас затащим. Берем сначала укропу, потом... Зачем мне два пистолета? Все, Ярик тиканул. Он даже вышел. О, калаш называется. Смотри, нравится, вот это новое играю. Обновление калаша. Слышишь? Да. Мне нравится, как Ярик играет. Задыхает быстро. Да потому что он нуб. Чё с нуба взять, да? Не стрелять, не ползать. Вот. Так, шарим, где зона. Ага, все хорошо. Я не знаю зачем, но с Яриком мы так делаем. Чё ты это? Учит тебя неправильному. Главное научиться ползать. Это самое главное. Ну а то придурок какой-то, его сразу взяли, убили. Ну он даже вроде как свои 100 эти штук не дотерпел. Не укрыто шмальнул, пока он ползал. Да, его добили. О, Ярик вышел сюда. Он сейчас сидел, слушал. Нет, вроде. Ни хреновину, погоди, подписки. Да сейчас. Не подписался. Смотри, шкафчик. Смотри, я тебе, ты будешь играть, сразу у тебя есть поминальный венок. А в Ярике. Да. На Supreme LB. А, меня убили. Меня в засаду взяли. Вот смотри. Вот этот. А это профиль. Заселся вот сюда. Крыса. Как, вот сюда вот сюда сидит. Я вот сюда вышел. Крыса. Ну, и короче зафигали. Там я вообще постоянная тактика такая была. Сидеть так. Сидеть. Чуть-чуть. У меня 105 снял. Смотри. Я вот так. Ой, ёптить. Розовый. Да я знаю. Пишите в комментариях ваши предположения, сколько дали Максиму за то, что типа он стал чемпионом Барнаула по Фортнайту. Сразу говорю, цена 0. В рублях. Ноль. Не, не ноль. Нет, это правильный ответ. Нет, неправильный. Чё он говорит? Ноль. Ладно, один рубль. Не один рубль. Скажи, может, один рубль. Ура! Привет. О. А чё? Шарики. Она мне шарики оставила, серьезно? Слышишь, Коли, убивай ее, короче, она не стала нас убивать. Так что ты ее не убивай, пусть она тебя убьет. О, на тебя уже смотрели. Да, пускай она меня убьет. Она сверху, на втором этаже она. Она выбежала. Она на крыше сейчас. Я за ней. Вот, Коля, тебя первого убили, мы еще жили. За Ярика и за помидоров. Я про. Я про. Я успею. Ты победил! Все, изи. Я говорю, я одного зашмальнул, все. Он ключевой был. Смотри, как я дрифтую около елки. Ну, тогда сейчас статистику твою посмотрим. Одно убийство. Меткость. 22 попадания ты видел, а? Меткость 15. Где-то 4 раза ты попал. Смотри, я строением сколько урона наиграл. А игрокам? Чё, видел? Смотри, как мы... Жаль, что не задонатили, хотя мы сейчас проверим, но это вряд ли. Но все равно спасибо большое, что были на нашем стриме. До новых встреч, друзья, всем пока. Всем пока.